партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Хочеш миру? Готуйся до війни! Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь «Арсенал». Як кажуть в народі, все нове – це добре забуте старе. Тому іноді виробники ножів повертаються до дуже знаних та відомих в народі моделей, про які йтиметься сьогодні в нашій програмі. Експертами, як завжди, виступають Олексій Максимов та Дмитро Таранов. Отже, Олексій, вам слово. Дизайн історичних, або так називаємо легендарних ножей, які участвували в різних боевых действиях, войнах или вообще сложных периодах истории человечества, используются многими компаниями производителей ножей. Вообще, любовь к истории является хорошим двигателем продаж, поэтому хорошие, скажем так, сильные производители ножей используют этот прием, включая в свою линейку различные исторические ножи. В частности, компания Бёкер начала свои исторические реплики с раннего средневековья. Стоит отметить очень интересный нож. Этот нож называется басилард. Его многие называют кинжалом, кортиком. На самом деле это очень старый нож. Его упоминание относится к 13 веку. Наибольшее распространение он получил в 14-15 веке. Его активно использовали ланскнехты, швейцарцы. Впоследствии просто его использовали горожане, которым уже, в общем-то, не было необходимости носить мечи для самозащиты. И подобный дизайн был очень любим средневековыми горожанами. Естественно, любители истории узнают в этом ноже знаменитый кортик времен Третьего Рейха, использованный в парадной форме подразделений СА. В данном случае это было 100% заимствование исторического дизайна. Данный нож не имеет никакого отношения к Третьему Рейху. Характерным для этого ножа является форма рукояти. Очень развитая гарда и концовка клинка позволяет надежно удерживать в руке. Практически невозможно соскользнуть руке ни вперед, ни назад. В то же время защищает кисть от других ударов, там, скажем так, нападающих и так далее. Вот. Его очень любили художники эпохи Возрождения, поэтому дизайн сам по себе очень известен даже людям, незнакомым с историей холодного оружия. Естественно, нельзя обойти своим вниманием Первую мировую войну. Для человечества это было очень серьезным испытанием. Поэтому те ножи, которые участвовали в этом трагическом событии, естественно, вызывают особый интерес. В данном случае я хотел бы сказать по поводу вот этого ножа. Достаточно непритязательный дизайн, я бы сказал, даже лаконичный дизайн этого ножа, на самом деле скрывает за собой очень серьезную историю. Поскольку Первая мировая война для человечества в целом была очень и тяжелым, и новым испытанием. Были совершенно новые условия войны, условия боя. Естественно, это влекло за собой какие-то изменения в конструкции как стрелкового вооружения, так и холодного оружия. В данном случае этот нож был рожден необходимостью ведения рукопашного боя в ограниченном пространстве. Как правило, это окоп, воронка, блиндаж и так далее. Большие, длинные, неудобные, саблеподобные ножи уже были неудобны и бесполезны. Поэтому сама жизнь, вернее, борьба за эту жизнь породили вот подобный нож, как боевой нож в условиях боя Первой мировой войны. В данном случае этот ножик был введен в серию в 1915 году. И его использовали не только как боевой нож, но и как унитарный. Потому что он дизайн достаточно простой, изящный, и можно выполнять очень много бытовых функций, а не только какие-то боевые функции. В данном случае это практически полная копия ножа 14-го года. Этот дизайн был настолько удачен, да, что современные дизайнеры обращают свое внимание на тот удачный дизайн и делают его современное развитие. В частности, мы можем видеть вот этот нож, который в общих чертах повторяет дизайн 15-го года,
но в то же время выполнен из новых материалов. Как мы видим, тут уже в материалах рукоятки применяется не дерево, а льняная микарта. Другое покрытие клинка, так называемое сатиновое. Введен кусочек серебряной режущей кромки, что, в общем-то, привносит современную нотку в этот старый проверенный дизайн. Но, тем не менее, нож узнаваем, в нем угадываются черты его предка. И, в общем-то, своей актуальности и изящества он не утратил, несмотря на солидный возраст и послужной список. Следует отметить, что этот дизайн практически без изменений перешел и на Вторую мировую войну, не менее трагическую страницу в истории человечества. И единственное, что претерпели изменения, материал и конструкция ножен. Они стали металлические, получили удобную прищепку, которую можно было использовать для ношения ножа за сапогом, в кармане, просто за пазухой крепить к краю одежды, но общий дизайн остался прежним. Если мы коснулись Второй мировой войны, то нельзя не упомянуть американский нож, но это уже 43-й год, это практически открытие Второго фронта, был разработан вот этот вот ножик. Новизна его состояла лишь в том, что поскольку получило распространение автоматическое короткоствольное оружие, и штык-нож, в общем-то, к автомату некуда было присоединить в принципе. И поэтому тем солдатам, у которых не было штык-ножей, в 43-м году был разработан этот нож, получил название М3 и поступил на вооружение американских войск. В данном случае нож сделан, это точная его копия, потому что компания Бёкер являлась одним из 7 поставщиков армии Соединенных Штатов. С абсолютно таким же, с такой же маркировкой и абсолютно таким же дизайном. В общем, выпускался он всего год, но успел получить статус легенды, потому что все-таки он участвовал в очень серьезных боях, выдержал испытания с тяжелыми условиями военного времени и с честью носит звание легендарный. В данном случае повна його репліка. А нашим глядачам черговий раз нагадаємо. Партнер показу «Арсеналу» – мережа магазинів зброї «Ібіс». Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Інформаційний партнер програми – журнал «Мир увлечений. Охота і оружие». Траншейний нож, хоч і пытается совместить в своих функциях утилитарную часть проблемы солдата, но выражена она отнюдь, так скажем, сжата. А учитывая, что в годы Второй мировой войны, где окопная часть жизни, так скажем, была менее активна, нежели в Первую мировую войну, во главу угла начали ставиться моменты, связанные с выживанием. Особенно, когда речь заходила о авиации, военно-морском флоте, где не нужно было, так скажем, бросаться из окопа в рукопашную схватку, во главу угла начали ставиться немного другие функции, утилитарные. Вот два ножа, которые, собственно, и подчеркивают особенность. И вот, если можно, вот этот вот. Две интересные модели, достаточно распространенные в годы Второй мировой войны, особенно вот это, но малоизвестная потребителю. Это военно-морской нож, модель первая. Достаточно интересная. Видите, вот режущая функция этого ножа намного превосходит вот эти траншейные, так скажем, полуштыки. Этим ножом можно выполнять достаточно много функций. Практически, но большая часть моряков, которая была на линкорах, крейсерах, была, ну, так скажем, имела в своем распоряжении подобные ножи. Таких ножей выпускалось, ну, данной модели, где-то около 43 различных наименований. Разница была в рукояти, в форме клинка незначительно. Ну, а что объединяет эту эпоху? Накладки из кожи, прессованная кожа. Как видите, он достаточно удобен и для похода, и для любых других хозяйственных нужд.
Вот этот небольшой нож, он достаточно интересен. Его вообще редко встретишь и в литературе описания, и потребителю он достаточно мало известен. Это нож конца Второй мировой войны. Данный вид ножа входил в комплект выживания летчиков стратегической авиации. Надо сказать, что не только фирма Бёкер, но и фирма Кабар выпускает, ну, подобные модели. Они, ну, достаточно удобные сейчас. Когда речь заходит об утилитарных функциях, ну, иногда нет смысла менять материалы. Фирма Кабар, например, выпускает так же, как и много лет назад, годы Второй мировой войны, ножи с наборной кожаной рукоятью. Хотелось бы сказать несколько слов по поводу очень узнаваемого ножа со времен Второй мировой войны. Это небезызвестный нож британских Командос, который тоже оставил свой след в истории и в дизайне. Многие по фильмам, по книгам, даже просто по историческим популярным публикациям могут узнать этот нож чисто внешне. История возникновения этого ножа достаточно интересна и относится к довоенным временам. Родился он, как это ни странно, в Китае. Капитан полиции Уильям Фарберн, который служил в Шанхае, он заинтересовался опытом боевых искусств шанхайских гангстеров, которые для своих ножей использовали не что иное, как переточенные британские штыки. В результате получился очень удачный, естественно, самодельный криминальный нож. Но опыт этих ножей был воплощен в разработке вот этого ножа. В принципе, он, естественно, напоминает оконечность штыка, но уже обладает более продуманными чертами, как то точеная из латуни рукоятка, абсолютно симметричная, она круглая в сечении, имеется удобная насечка, достаточно развитая гарда, и, естественно, он был полностью, как мы видим, черного цвета, что было необходимо в условиях ночи. Стоит упомянуть и конструкцию ножен этого ножа, которые были приспособлены для ношения на голени и вообще для скрытого ношения. Как видим, они достаточно тоненькие и тоже черные и незаметные. Вот подобным образом оно все крепилось. Сейчас это не более чем историческая реплика. Сейчас их, естественно, не выпускают серийно. В данном случае это точная массогабаритная копия, выполненная компанией Бёкер. Если говорить о развитии дизайна этого ножа, то уже в новейшей истории он получил свое развитие в виде вот этого ножа. Этот нож является его прямым потомком. Разработан он полковником американской армии Рексом Эпплгейтом. Еще во время войны в Шотландии на секретной базе подготовки британских спецвойск в Шотландии он встречался лично и с Сайксом, и с Фаерберном. И они, в общем-то, нашли очень много общего и обогатили друг друга разными идеями. И уже по прошествии лет, в 80-х годах, был разработан вот этот нож с учетом недостатков первого экземпляра. В частности, как показала практика, круглая рукоятка не совсем удобна, потому что на ощупь боец не мог определить положение клинка относительно рукоятки, потому что она симметрична. Очень длинный и тонкий кончик клинка часто ломался при каких-то бытовых и хозяйственных работах. Также была не очень удобная гарда, она наносила иногда травмы самому бойцу. В данном случае все эти недостатки были учтены, и получился вот подобный нож. Он, даже вот мы видим надпись на клинке, Rex Applegate и William Farber. То есть даже здесь была отдана дань изобретателям и разработчикам этого ножа. Да, следует сказать пару слов по поводу личности самого Рекса Эпплгейта. Для, скажем так, американской истории это очень серьезный исследователь и человек, который разработал, в общем-то, формализировал приемы ножевого боя для американских солдат. Его книжка
если перевести «Убей или будешь убит», она стала бестселлером, и поныне это является библией рукопашного боя в американской армии. Естественно, этот сверх, я бы сказал, удачный дизайн получал свое распространение и в современности. Вот мы видим, в данном случае это уже лакшери, супер исполнение этого дизайна. То есть это лимитированная серия с суперсовременными материалами, тщательная обработка клинка, зеленая микарта. То есть в данном случае это уже практически высший пилотаж, нож высшей пробы. То есть этот дизайн и конструкция живет и поныне, и служит верой и правдой любителям активного отдыха на природе, охотникам, рыболовам. Этот нож уже утратил связь со своими славными боевыми предками. Это уже нож, скажем так, гражданского применения. Как всякая оригинальная вещь, имеющая неоспоримое преимущество, она служит основой для творчества других мастеров, ножевщиков. Вот, например, это модель Уильяма Харси, Билла Харси, так называемая. Но, тем не менее, несмотря на то, что внес некоторые изменения в существующую модель, общий строй ножа, клинок, форма клинка, рукояти выдержаны в соответствии с оригиналом. Отдельного внимания заслуживает снаряжение, которое разработано под этот вот абсолютно новый Applegate Fairburn 3/5. Как видите, они достаточно удобно отработаны и под систему Molly, и для ношения на бедре, на поясе. Позволяют в дополнение иметь или мультитул, или камешек для заточки. Весьма удобно для пользователя. Сделано, естественно, из передовых материалов, из кордуры, очень удобно. Данное снаряжение было изготовлено компанией SkyCops, которая специализируется, исходя опять же из названия, на снаряжении для вооруженных сил. Что говорит, естественно, о надежности данного снаряжения. А на сьогодні, на жаль, наш ефірний час добіг свого кінця. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережею магазинів зброї «Ібіс» прощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим. Мы можем сразу перейти к очень интересному. Тому іноді виробники ножів повертаються до дуже знаних та улюблених в народі. Улюблених. Давай сначала. Давай сначала, да. Наливай.